Приход зимы принес долгожданный для многих снег и ощущение грядущих праздников. Солигорский район уже начал готовиться к встрече Нового года. С 1 декабря сверкать разноцветными гирляндами начинают витрины магазинов и окна домов. Яркими огнями загораются фасады организаций и предприятий. Наряжаются в праздничную иллюминацию улицы нашего города. Начался монтаж елки возле главного здания Беларуськалия. Высота новогодней красавицы составит 17 метров. Вместо лапок у нее будут светодинамические панели и 21 тысяча лампочек. А благодаря работникам ЖКХ комплекс красочное оформление приобрел фонтан. Теперь вместо водных у него световые струи. Новое световое убранство появилось и на площади. Это объемные каркасные фигуры. В настоящее время ведется активная работа по подготовке к новогодним праздникам. Производится установка иллюминаций каркасных. В настоящее время уже установленные граждане города могут увидеть цифры 2021. Украшен фонтан. Планируется производить установку полюбившейся всем иллюминации в виде кареты с лошадьми. Также планируется украшать гирляндами центральные улицы города. Создать добрую атмосферу и внести свой вклад в праздничное настроение нашего города под силу каждому жителю. Для этого достаточно украсить окно дома гирляндой или рисунками на стеклах.